Что делаешь? Ничего не делаю, теперь все делаешь ты сам. Как договаривались. Ползи! Что с моим ребенком? Ну, такими рождаются 2 ребенка из 1000. В такой ситуации от ребенка можно отказаться. Это нормально, и никто не осудит. Зачем ты его мучаешь? Ну, это же бесполезно. Мы старались, у нас не получилось. Так все живут. Все своими ногами ходят. А, я забыл. Ты же инвалид. Меня зовут Александр Ковалев. Я лучший бизнес-консультант страны. После всех-всех проблем, которые я пережил в своей жизни, я надеюсь, вы понимаете, как я отношусь. Для меня их нет. Я ставлю вопрос о назначении кризисного управляющего. Вот моя кандидатура. Это все твой родной отец. Это его проблемы. Ты вырос. Я так понимаю, что вы приехали угробить мой завод? Ну, так я вам этого не позволю. Поздно. Чудес не бывает. Уверен. С этого дня ты будешь как все. Знаешь, я в жизни видела только один раз настоящую любовь. Что, сынок? От меня не убежишь. Ты даже не представляешь, как мне было сложно. А ему легко. Правда считаешь, что он это заслужил? Ты не знаешь его. Мне кажется, я тебя не знаю. Это ты научил меня врать! Кое-что изменилось. В результате могут пострадать невинные люди. Не надо его спасать. Сейчас у нас временные трудности. Но справлялись же.